неплохо сыграли, могли бы сыграть лучше, поорганизованней. Много дали моментов противнику против своих ворот. Думаю, мы могли сыграть получше. Надеюсь, завтра исправим ошибки, будем играть строже, правильно, по заданию. Создавалось такое впечатление, что вы давали играть с Нежным Барсом и старались сыграть доверенного как-то, не бросая лишний раз, а разыгрывая шайбу. Может быть, да, где-то пытались доверенного сыграть, потому что они много ловили на себя, а много позволили им. Вот как раз поэтому надо вот исправить это все, чтобы не дать им играть, играть только нам. В ноябре два матча прошло в Ташкенте. Вот сейчас можно, если сравнить эти две игры, команду прошлую с Нижнегородской? Я не играл, к сожалению, в ноябре, да, я только недавно приехал. Завтра какую команду ХУМО увидят болельщики на арене? Улучшенную, с более строгой защитой, правильной игрой в обороне, с правильным построением, игровым заданием и с нашей победой.